И мы снова с вами, наши дорогие зрители, которые в 3 часа ночи все еще с нами. Причем верные зрители, которые остаются до конца. Перед уходом на перерыв нас смотрело порядка 800 человек, что не может не радовать. Это отличная цифра для нашего сегмента Rocket League, потому что, к сожалению, у нас эта игра не особо развита. Будем надеяться, что этот лан как-то поспособствует, что ли, развитию данной дисциплины. Да, ну и все-таки вы сейчас наблюдаете за лучшими, ну хорошо, не прямо сейчас, но я имею в виду вообще на данной трансляции, на данном мероприятии, за лучшими из лучших в мире Rocket League, за игроками и командами, которые из раза в раз доказывают, что они сильнейшие во всем мире, что они достойнейшие, что именно они должны присутствовать на этой большой сцене, и именно они должны зарабатывать даже по меркам такой дисциплины немалые деньги. Но чтобы заработать, надо заслужить и приложить усилия, к чему как раз-таки и стремятся команды в межсезонье, так называемом, когда нету ни квалификационных раундов к РЛСС, нету даже открытой квалификации, потому что не забываем, что это открыто для всех и каждого, для любого желающего. Ты можешь просто зайти на сайт, собрать команду, зарегистрироваться, попробовать свои силы, но в итоге мы все равно видим нам привычных уже, привычные команды, привычные названия, да, здесь нету прям таких, людей, которые прошли на авось, так называемый, через Европу, через Америку, прям настолько неизвестных, что ли, людей, которые там сидят, знаешь, там, голда, платина, вот такие вот ребята. Ну, не знаю, на самом деле, вот сейчас на третьем сезоне, на лане, имен-то новых очень много. Вот я бы сказал, что с первого на второй разница была не очень много, действительно. Сейчас мы видим принципиально новые команды, принципиально новые составы, которые сформировались после поражения во втором сезоне, которые усиленно тренировались перед стартом третьего, которые прошли через тяжелейший отборочный групповой этап, региональный чемпионат, и вот сейчас вместе с нами сражаются. Ну, это само собой, я просто говорил это к тому, что здесь нету ребят, которые недостойны присутствовать на таком мероприятии, да, все-таки мы чувствуем уровень, и любая команда, которая приехала сюда, соответствует ему, пожалуй, единственное, кого можно выделить, что немного не доиграл этот джем, да, естественно, ребята не были подготовлены, но это в любом случае первое появление команд из океанского, ну, заокеанского региона у нас на турнире, поэтому настолько неудачное выступление, я думаю, это неплохо. Это опыт. Без этого не пойдешь ты дальше никак. Кстати, обрати внимание, какой высокий Дива. У него под 1.90 м, потому что вот и Ремка, и Маэстро очень высокие парни. Маэстро тут, конечно, нет. Я просто помню, что Маэстро чуть повыше Ремка, у Маэстро там 180 с чем-то, если не ошибаюсь. А Дива чуть ли не под 2 метра. И несмотря на то, что он такой молодой и юный, да, это вот как-то даже не сказывается. Он не выглядит таким высоким, какой высокий он есть. И Дива, напомню, один из лучших игроков в Rocket League вообще. Звезда второго сезона RLCS. Очень популярный, хайповый игрок. Один из сильнейших в 1-1. Очень мощный игрок в воздухе. Неоднократно он это доказывал на протяжении второго, третьего сезона RLCS. И вот сейчас, возможно, именно он, как новая кровь в команде Northern Gaming, приведет эту команду, собственно, к победе в противостоянии с американцами Denial. Ну, вообще, то, что Northern Gaming свалились у нас в сетку лазеров, это уже, наверное, критично для них, потому что никто не ожидал от них такого невнятного выступления в первых играх, то есть во вчерашнем игровом не. Сегодня у них соперник, ну, с ним можно бороться, Denial. Я бы сказал, ниже среднего. Ну, Northern Gaming, как по мне, должны со счетом 1-3, наверное, вот такой вот мой предикт, сразу мы так немного перетекаем уже. Кстати, обрати внимание, вот статистика Ремка: в третьем сезоне за одну игру он 7 сейвов совершил. Про таких людей говорят задрот. Все, просто и понятно. Ты посмотри, ну сейчас уже нам показывает вопрос, посмотри на Ремка, он же красавчик, понимаешь, в прямом смысле этого слова. Номер 2 в моем топе симпапулик. А номер 1 Маэстро. А, ну, конечно же. К сожалению, не приехал он, увы, но большая потеря, уже в который раз говорим об этом. Ну, и, кстати, большая потеря для состава, потому что с Маэстро, я уверен, что ребятам было привычнее играть и комфортней. И уж явно мы не увидели бы, да, 3-0 в
пользу NRG. Да, да, я согласен. Но там Турбопульса тоже отыграл неплохо. Отлично сыграл. То есть к нему претензий никаких нет, просто что-то где-то не получилось. Ну, такое бывает, такое случается. Первый игровой день, сцена, финалы, волнение, ну, может быть, где-то там перегорело. Бывает. Честно говоря, я жду, что Ремка наконец-таки бросит Breakout. Хотя мне Breakout когда-то очень нравился. Пересядет на Октан и начнет разрывать... Да. Разные части тела. Октан Ремко – сильная вещь. Да, да. Но, кстати, знаешь, что интересно? В какой-то момент, перед стартом третьего сезона RLCS, Ремко обозначил себя, провозгласил как игрока на Бэтмобиле. Сильное заявление. И у него даже неплохо получалось. А потом в какой-то момент он пересел на Октан ЗСР. Ага, вот так. И даже... прямо непосредственно в процессе Gfinity, как-то у него совсем игра не зашла на Octane ZSR, он плюнул, перезашел на Бэтмобиле и раскатал. Ну, бывает такое, да. Знаешь, это, кстати, очень часто проблема многих игроков, что на одной машине, вот ты заходишь, да, утро, ты заходишь играть, проиграл 5 игр подряд, свичнул кар, бах, начал выигрывать. Я не знаю, как это работает. Ты посмотри, Сет Джуниор не только в игре, но и в реальной жизни вышел в шляпе Всё. Пирата. Я знаю, за кого я буду болеть. Это уже точно Дана Спортс. Смотри, болезнь и аналитика — это разные вещи. Да, болеть можно за команду одну, а все-таки предикшн давать команде другой. Вот мы сегодня наблюдали за Northern Gaming, играли они играли хорошо, а вот почему-то не получилось. Хорошо играли, не было серьезных ошибок. Мы сегодня смотрели за командой Denial, которые удивительно, но обыграли Selfless, пускай и... А нет, они же близко обыграли, 3-0. Там близко игра, действительно. 3-0 было. И все-таки я делаю ставку на Northern Gaming. Я ставлю 3-1 в пользу европейской команды. Просто потому что опыт, механика... И все равно, какая-никакая, но слаженность у них гораздо лучше, чем у канадцев. Болеть буду за ребят, естественно, из команды НГ. Но хотелось бы, чтобы вот этот бравый пират Сет Джуниор, ну, одну-две игры все-таки взял и показал, что ребята могут. Счет? 1-3, давай так. В чью пользу? НГ. Ну, то есть, аналогично моему. Да. То есть, Дмитрий в данном вопросе солидарен. Ну, мы снова, да. Да, да, да. А Вячеслав предполагает, что будет 3-2, видимо, в пользу Northern Gaming. Степан? Степан еще не определился пока. Но он уже один раз предсказал победу Динамо, когда в них никто не верил, кроме Джипса. И оказался прав. Кто знает, может быть, теперь именно предикт Степана окажется снова пророческим. Ну... Кто его знает, у нас Степан будет комментировать эту встречу. В паре, кстати говоря, со мной у нас будет новый такой дуэт. Посмотрим, как он выстрелит или нет. Поэтому, я думаю, мы сейчас уже будем постепенно плюс-минус переходить к, собственно, к самой Best of 5. А еще я надеюсь, что нам сейчас предоставят данные по голосованию в группе. Все-таки, за кого подписчики будут болеть, за кого они верят. Кто, по их мнению, будет брать эту серию? Слушай, я думаю... ну ты так расхайпил Northern Gaming, что ну на них нельзя просто не поставить, понимаешь? Не знаю, как это будет работать, но уж очень очаровываешь ты людей. И нам предоставляют информацию. 85% голосов отдано за команду Northern Gaming. Неплохо это было, да. Неплохо. Что ж, я думаю, что сейчас мы уйдем на коротенькую паузу. Оставайтесь с нами. Мы скоро вернемся. They had to play against an incredibly talented NRG squad. I think Denial is going to be a challenge, but they're still going to prevail. NG is going to take the win. I think it's difficult for Denial. They have been persistent. They are a nuisance on defense. But at some point, you have to realize defense isn't the answer. Got to give it to Northern Gaming 3-0.
Guys, I have Northern Gaming as well. I think they're the favorite in this matchup. But again, Denial Esports coming off of a win here. We've seen lower bracket runs happen, so do not count that out. It could be a close match, but again, I have Northern Gaming as well. Let us know what you think. Get on Twitter. Use the hashtag RLCSWCS3. Join the conversation on Twitch and all the... Ну что ж, друзья, мы вернулись. Сейчас у нас на очереди Best of 5 серия. Предпоследний матч на сегодня. Ко мне подключился товарищ Симикос. Привет тебе. Здравствуйте. Большой. Так вот, мы... прокомментируем для вас эту встречу. Интересно, твой предикт, опять же, мы только что обсуждали это, но, возможно, кто-то упустил из вида. Напомни, какой у тебя предикт на эту встречу? 3-2 в пользу Denial. Думаешь, все-таки будет упорная борьба? Да. А с чего ты так решил, на самом деле? Потому что, учитывая то, как сегодня НГ отыгрывали первые встречи, ну, это была достаточно серьезная такая заявочка на легкий проход по лузер-брекету. Я думаю, что Denial сейчас на плюс морали подготовятся к этой встрече и ворвутся, также заберут эту победу. Но очень плотно все это будет происходить дело. Ну, значит, нас ожидает что-то весьма-весьма интересное. Все-таки лузер брекет, хоть и уступает немного по зрелищности, но, однако, от этого накал страстей-то все равно остается. И те же самые места, призовые, прочее. Ну, вот эти фанаты, реклама, в конце концов, своих организаций, за которые ребята выступают. Это все, естественно, присуще нам и остается... Какая бы стадия турнира нас не ожидала. Собственно, превью Northern Gaming против команды Denial Esports. Опять-таки, встреча, наверное, ну, какое место ты отдавал Denial предварительно RLCS, вот когда только-только стартовали LAN-финал? Как считал, как выступит эта команда? Ты, как человек, который откомментировал квалификации того региона, как считаешь? Думаю, пятое место им точно обеспечено. А тем временем у нас стартует первый кик-офф, и сразу же Литамир наносит удар по воротам Northern Gaming. Пытается РМ-ка что-то сделать на центре, но, к сожалению, не получается у нее ничего путного. Будет опять пытаться Турбополса что-то произвести в ворота Denial Esports. Литамир моментально подхватывает его рвение и глушит его. РМ-ка, удар по воротам. Красиво. Очень быстрый мяч забитый, да, я думаю, сейчас это на плюс моралинга точно повлияет. Все-таки Best of 5 серия, ну, обычно нужно забрать одну-две игры, чтобы, знаешь, как-то морально сломить вот этого своего оппонента. Denial Esports не отличается, знаешь, такой хорошей психологией и статичным выступлением. У них постоянно как-то варьируется, плавает возможность выигрыша или поражения. От этого команда, ну, немного страдает в плане, ну, я не знаю, наверное... Реализация своих моментов, которые они создают сейчас неплохо, возможно, получилось бы у Литамира. Литамир сегодня отлично отыграл первую встречу, был на высоте и в воздухе, и на земле. Шикарно играет от него, я считаю. Литамир еще и в дефенсе успевает отыгрывать, посмотри. Ну и у Northern Gaming на данный момент находится мяч, ну, на их половине поля. А тем временем Литамир пытается отдать пас на центр, но Дива очень удачным ударом направляет мяч в сторону... Denial Esports, и Сет Джуниор вовремя успевает на сейв. Турбополс тем временем катается где-то по полю, ожидая паса своих союзников. Промахивается Литамир, отдает пас своим тиммейтам, но никто подхватывает Турбополса, немножечко успевает его подглушить. Не могут выехать из обороны Denial Esports, это видно, что какая-то рваная такая игра происходит у нас. Вроде как НГ владеют преимуществом, но при всем при этом в атаке, вот после того забитого мяча, сделать по факту-то и ничего не могут. Накрывают их Denial, причем таки этот прессинг не особо высокий, да, это более такой приземистый прессинг, но не давая совершить какие-то опасные выстрелы, опасные моменты создать и, ну, что-то там продемонстрировать впереди в атаке. Дива, пас на центр, здесь собирался Турбопульса накрывать, но пас получает Рэмко, еще один наброс на бэкборд Турбопульса с мячом, он еще раз продолжает атаку, Дива может завершить момент, было близко. Corrupted G тем временем с нулем буста пытается что-то противопоставить. Сет Джуниор, прекрасный сейф от удара Рэмка. Турбополса, накидка на центр, успевает вовремя Сет Джуниор. Литамир, не получается немножко редиректнуть. Ну, Corrupted G вновь пытается что-то произвести ближе к воротам Northern Gaming, но ничего не выходит. Литамир вовремя подспевает на блокировочку. Будет ли пытаться вводить Турбопульсу? Неплохой пауэршот получается в ворот Northern Gaming. Сет Джуниор, удар, Турбопульс, моментальный сейф и клир, и Corrupted G
пользуясь ошибкой своих оппонентов, закатывает гол. Там не ожидали вообще такого неприятного отскока, что ли, и Карапта там потолкали, но, если я не ошибаюсь, пролетел там мимо Дива. Да, Дива. Вроде как он, да, ну, возможно, мы ошибаемся, это не суть важно. Единственное, что правда это Denial Sports, сравнивая счет, у нас снова становится 1-1. Такое ощущение, что игра проходит без центра поля абсолютно. То есть ребята катают вправо, влево, на оранжевую сторону, на синюю сторону, нигде не, там, не долго задерживаясь, не тратя лишним время. Просто решили покатать, знаешь, в Rocket League, как в попце. Туда-сюда, туда-сюда, и им нормально, им комфортно. Хотя, ну, это всего лишь первая игра. У них может быть как раз такой, знаешь, момент, чтобы понять, кто на что способен. Все-таки не встречались эти команды до этого на RLCS, у нас, по крайней мере, на Алане на третьем сезоне. Corrupted пытался вынести мяч, накрывает его, но все-таки получилось избавиться от мяча на оранжевой половине поля. Вроде как разбираются в дефенсе турбопульса. Литамир тем временем на пару с Караптедом пытается что-то сделать. Сейчас Дива подвел мяч к центру, взорвал плюс Сет Джуниора. Большая ошибка сейчас была от Nozzle Gaming, но не воспользовались этим Denial Esports. Пытаются как-то они продолжить свою атаку, но все безуспешно. И раз за разом Nozzle Gaming выводит. Но сейчас есть небольшой шанс, взрывают турбопульсу. Литамир подает пас на центр, и Corrupted G спаса. Довольно легкий гол закидывает в ворота своих оппонентов. Да, действительно, тушит сверху, но такие мячи не берутся. Дива там, видимо, не ожидал, что не будет этого тача от игрока команды Denial. Ну и в итоге Corrupted пользуется моментом. 1-2, Denial Sports, американцы у нас выходят вперед. Ну, пока что, не сказать, что уверенно они как-то ведут, да, но после того навала на ворота от команды Northern Gaming, который был там... Первые там минута 30, минута 40, да, вроде как избавились от такого прессинга большого и перевели, ну, не на центр поля, а даже на вражескую половину поля саму игру, и мяч сейчас держится на половине поля синих. Ну, не могу ничего противопоставить твоим словам, а тем временем Denial Esports в лице Литамира и Сет Джуниор продолжают дико давить. Тут Карапт отдает пас на центр, хотел легким ребаундом закатить ворота, но турбопульса уже на месте, Сет Джуниор подводит к центру, Дива выводит мяч. Что сейчас будет предпринимать Denial Esports? Непонятно пока что. Хороший серф от, сейф от турбопульса. Литамир еще один накидывает. Турбопульс вновь успевает на сейф. Сет Джуниор откидывает на бэкборд. Сет Джуниор пытается отдать вновь пас на центр. Не получается у него этого сделать. Литамир сейчас будет на своей половине пытаться что-то делать. Неудачный для него отскок. Corrupted G вовремя успевает на помощь. Мяч в центре. Сет Джуниор выводит его, подхватывает Дива. Ремка. Удар поворотом. Попадает в верхнюю перекладину. Corrupted G успевает вновь на сейв. И неужели первая карта у нас отойдет за Denial Esports? Литамир не дает никак ничего своим противникам сделать. Прямой удар бэкворд. Взлетает Дива, пытается глушить. И да, мяч опрокидывается на землю. Да, Denial действительно дожали своего соперника. Это действительно было прям видно в последние минуты, последние секунды этого матча. Действительно, парни играли первым номером. И это прям, ну, выдалось всем. И я думаю, зрители это оценили. Все-таки не будем забывать, что LAN-то в Америке у нас проходит. И я думаю, за Denial Esports болеет большинство. Не абсолютное, но большинство все-таки людей на этом LAN-е. Поэтому я считаю, что... поддержка как раз-таки дополнительный мотиватор того, что ребята могут, ребята справятся сейчас с НГ. Это сложный соперник для них, что ни говори. Да, для кого НГ соперник несложный? Поэтому, разумеется, вот этот четвертый игрок, знаешь, вот как в футболе есть трибуны, как 12-й игрок считается. Вот то же самое и здесь, когда ты слышишь, что за тобой... болельщики за тобой, ну не стадион, да, в нашем случае, концертный зал, что ли, зал театра, я не знаю, как правильно, наверное, назвать это место. Суть-то одна, поддержка идет, ты это чувствуешь, у тебя прибавляются силы и энергии, ты идешь давить и выигрываешь, как это сейчас нам показали товарищи из Denial Sports 0-1. Nozzle Gaming, конечно, не оправдали сейчас, я думаю, ожидания многих своей игрой, хотя начинали довольно уверенно. Да, было заметно, что вот опять же, первое давление, игра первым номером, могли постараться не отпустить это преимущество, которое у них возникло, однако что-то пошло не так, и, наверное, это больше не НГ виноваты, а Denial Esports отыграли хорошо. И у нас продолжается в очередной раз игра, Литамир с Corrupted пытаются как-то перевести мяч со своей половины поля,
Турбополс откидывает мяч назад, но некому подхватить, но он тут Дива из ниоткуда появляется, пытается кого-то забампить, но из-за того, что флипает, у него ничего не выходит. Турбополс пытался провести легкий удар по воротам, ничего не получается, Джуниор моментально же выводит мяч, обводит Литамир своего оппонента, ну ловит тут Турбополс, прочитывает отскок и хороший удар! Караптед, с какой позиции смог закинуть мяч? Посмотри-ка на это. Момент себе в соло сделал, опять-таки. Турбопульса здесь немного ошибся. Видимо, хотел отбить чуть правее, чтобы мяч получился в корнер. И чтобы в последующем отскочил уже на центр. Поэтому, увы, не вышло это, к сожалению. Поэтому вот такая небольшая ошибка от Турбопульса приводит к взятию ворот команды синей стороны, НГ. Ну и 0-1, быстрый опять же шот, который позволит Denial Sports как-то по раскрепощеннее себя чувствовать, и возможно это сыграет им на руку. Без буста полетел Литамир, но Сет Джуниор сам справляется. Мы видим, что не нужно там было хелпать ему никак, и видимо сами Northern Gaming этого не ожидали. В дефенсе никого не было, Дива отскочил вправо, Турбопульс остался на центре. Непонятные совершенно действия, кто где был, немного потерялись. А тем временем очередной кик-офф, и Литамир на пару с Рэмко отправляются на него. Сет Джуниор будет ловить мяч, отдает пас на центр. Турбополса пытается выдать на центр своему оппоненту, своему товарищу по команде Дива. Обводит игрока команды Denial Esports. У нас Турбополса будет продолжать, думаю, свое давление. Караптед Джи отдает пас на центр. Что где, почему никто не защищает ворота, абсолютно непонятно. Турбополса продолжает вообще мяч вести, но... Вовремя появляется Джуниор, продолжает Рэмко давить на своих оппонентов. Литамир аккуратно уводит мяч и почти залетает. Об верхнюю перекладину ударяется мяч. Сет Джуниор вовремя на месте появляется, выводит мяч куда подальше. Дива. Слушай, ну вот, как тебе, опять же, Дмитрий уже отмечал нам тот момент, что Рэмко сел на брейкаут. Как считаешь, это повлияет на уровень игры Рэмко? Вообще хоть что-то изменится? Потому что вот Дмитрий приверженец той, того фактора, что все-таки автомобиль, на котором ты играешь, очень важен. То есть кому как удобнее, да? А вот как ты считаешь? Тут у нас тем временем забивают мяч под номером 1 Northern Gaming своим соперникам, возвращаясь. При всем при этом в игру, ну, продолжим мои мысли, пожалуйста. Брейкаут, я считаю, что в этом случае являлся правильным решением, что иногда все же стоит сменить машинку, несмотря на то, что iClan является вообще оптимальным вариантом, но иногда стоит сменить машиночку для того, чтобы как-то переосмыслить свою игру, может раскрыть лучшие стороны себя. То есть, если тебе не хватает скорости, тебе нужен октан. Если тебе не хватает именно расстояния машины, но ты максимально быстро, то тебе нужен брейкаут, чтобы как-то увеличить. Вам нужно увеличить, как да, говорится. Вам нужно увеличить. Спасибо русской озвучке за это. Бывает, конечно, не без косяков. Тем временем у нас 1-2, отличный клир в исполнении Рэмко, да, дальше, чем центр поля даже. 3 минуты у нас впереди, Турбопульса снимает мяч с воздуха, можно ехать дальше, развивать свою атаку. Дива наброс на центр, поедет сам, там ошибка, очень неприятная от Сет Джуниора, но вроде как Denial Sports справились с опасной угрозой своих ворот. 2.5 минуты у нас еще есть, Дива. Попытка печенуть ворота своих оппонентов, отдает пас на бэкворд, вовремя появляется Рэмко, клирит, хороший еще раз, попытка редиректа, скажем так, от была Турбопольса, Сет Джуниор вовремя успевает на сейв, Дива подводит мяч к центру, Литамир, как обычно уже, ну на позиции схватывают ребятка Турбопольса, пытался вывести, подает наоборот мяч на центр, никто не подхватывает из его команды, и гол от Турбопольса, при том в соло абсолютно без каких-либо препятствий. А что происходит с дефенсом команды Denial? Я не понимаю, Сет Джуниор влево, Литамир вправо, никто в итоге не успел за мячом, хотя вроде как втроем находились все на пятачке своих ворот, да, но казалось бы, не было ничего сложного, как-то подловили момент НГ, я не знаю, как это еще назвать, потому что на шару, мне кажется, залетел этот мяч. Сейчас отличный сейв в исполнении Литамира, Рэмко продолжает атаку своей команды, мяч опять же на центр, на пятачок переводится, да ладно, Дива был близок к тому, чтобы реализовать момент, который сам себе очень таким интересным моментом сделал, да, случайно тачнул мяч, в итоге это было близко к взятию ворот, 1.5 минуты у нас. Продолжается у нас игра на оранжевой половине поля, и стараются Дива на пару со своими тиммейтами что-то намутить в этом плане, и ну не выходит у них и залетает от верхней перекладины. Шара, можно сказать, абсолютно залетает, но
Ошибка, опять же, была Денайлов, но воспользовался Турбопульса и четко закатил мяч. Меня очень сильно удивляет Турбопульса на этом чемпионате, потому что к нему вообще никаких претензий нет. Оправдывает замену маэстро целиком и полностью, однако как-то очень сыро, что ли, выглядят его тиммейты. Дива не показывает такой яркой игры, которую он показывал на время квалификационных раундов в онлайне. И что уж говорить, на финалах LCS второго сезона он там был просто бесподобен. Сейчас немного подсдал. С чем это связано, непонятно. Ну, мы все стареем, как бы. Может быть, и в этом, как бы, суть. Не знаю. 3-2. Northern Gaming пока что у нас лидирует. Остается последняя минута в втором игре Best of 5 противостояния. Пока что в дефенсе Denial. Тем не менее, сейчас, думаю, будут пытаться переходить в контратаку. Дива на пару с Corruptedом пытались друг другу заблочить мяч. В итоге потеряли скорость. Сэджуниор будет накидывать от стены на центр. Сможет ли кто-то продолжить? Нет. Турбопульса хороший клир. Летит прямо в ворота, но Denial Esports не торопится пока ничего выводить. Находятся сейчас они довольно слабые, так сказать, позиционки и будут продолжать, думаю, давить. Литомир накидывает на центр, пытаются засейвить Northern Gaming. Получается, у них Дива вовремя оказывается на позиции Corruptedа. Джин наносит удар. Пасса Джуниора. Прекрасный гол. Опять же, там небольшая неразбериха у команды НГ была. Непонятно, кто играл вот последний мяч. Вроде как вдвоем Турбопульса с Рэмко разобрались. Но вот последний момент Дива не прочитал то, что именно он должен лететь на мяч в нужные моменты. В итоге 3-3, Denial Esports сравнивает счет. Напомню вам, дорогие друзья, что это вторая игра. Первая осталась за Denial Esports. И американцы ведут в серии со счетом 1-0. Так что Northern Gaming должны возвращаться сейчас в игру, ибо если уж на такой стадии НГ испытывают большие проблемы, и если вдруг даже отлетят, для них это будет исключительно фиаско. У нас овертайм. Тем временем удачный кик-офф у нас для Northern Gaming. Denial Esports сразу подхватывается. Junior пытается подкинуть поближе к воротам своих оппонентов. Corruptedд не успевает вовремя подходить мяч еще раз. Рэмко фейкует своего оппонента Литомира. Сэджуниор пытается перехватить. Получается пинч ровно в ворота своей... А, нет, не ровно в ворота, извиняюсь, своей команды. Литомир вновь находится на дефендинге. На третьей позиции у нас находится Дива. Хороший наброс на центр. Пытался сейчас Рэмко кого-нибудь взорвать. Corruptedд. Дива! Турбопульса! Ты посмотри, как он момент прочитал. Дива здорово набросил, причем таки сам полетел на второй тач и достает его, поборолся с одним игроком в воздухе команды Denial Esports. Турбопульса просто поймал момент, нужный, прям важный, тот самый момент, который НГ возвращает в эту серию, и сейчас становится у нас 1-1. Здорово. Это неплохая, кстати говоря, заявка на то, что ребята продолжат давить и играть первым номером. Почему нет, если у парней действительно получается это делать? И, видимо, что Denial то ли не готовы к такому развитию событий, то ли испытывают какие-то проблемы с настолько быстрой игрой, которую предлагает ему, Northern Gaming. Ну, кто его знает? Все-таки Америка и Европа всегда отличались вот в плане стилистики скорости. То есть Америка немного уступала по этим показателям, и сейчас это было видно, что НГ вот в последний момент задавили, надавили на нужное вот это вот местечко, а именно на пятачок ворот команды Denial. И вот, пожалуйста, результат 1-1. Ну, лично, по моему мнению, повезло сейчас Турбопульсе в овертайме с тем, что он как-то так умудрился. Я не думаю, что он прям специально рассчитывал на то, что произойдет такой скок от Литомира. Я думаю, что он просто летел уже, ну, как-то просто в эту гущу, чтобы попробовать ударить по мячу. Но по итогу у него получилось это. Ну и в случае его ошибки это было бы ни капли не критично, потому что на третьей позиции у них тоже находился игрок. Да, кстати, стоит отметить этот факт, что Турбопульса не просто так летел вперед, да, он прекрасно понимал, что если что, его подсейвят, и он не подставит свою команду тем, что вылетел со своей позиции, поэтому здесь на честь и хвала Турбопульсе, что отыграл прям очень здорово и грамотно. Тем временем третий матч у нас берет свой старт, 1-1, напоминаю вам счет, и смотрим. Спасовочка с Джуниора на центр, вовремя успевает перехватить Турбопульс. Corruptedd отдает пасы, пытаются, но сейчас он со своим тиммейтом находится в довольно печальном положении в углу. Турбо опять хорошенечко отыгрывает, выводит мяч, Рэмко принимает мяч на бэкборде.
Летомир накидывает на центр. Будет ли брать еще раз? Получается у него это Караптед удар поворотом. Прекраснейший гол с распасовочкой Летомира. Караптед отлично забивает мячи. Вот прям под перекладину. Уже как который раз мы с тобой наблюдаем тот факт, что прям не влево, не вправо, а по центру и высоко. Такие прям мячи, которые очень... неприятно брать, когда ты стоишь либо на ленточке, либо где-то близко. Единственный вариант отбить такой мяч, это стоять на стенке, но это нужно прочитать и запредиктить такие вещи, а это крайне сложно, учитывая то, на каких скоростях этот матч весь проходит. Опять же, быстрый гол со стороны команды Denial. Ну, сейчас, я думаю, с психологической составляющей у тех, у других все в порядке, потому что по факту мы вернулись к Best of 3 обычной. Вот, как будто и не играли предварительные две игры, но в любом случае за эти две игры парни притерли друг к другу, уже примерно поняли кто, что, где. Со стороны Denial неплохо показывает себя Летомир, которого накрывают НГ, но при всем при этом Denial испытывает большие проблемы, опять же, в скоростной составляющей в этой паре, потому что на данный момент НГ, ну, выглядят реально ведущими как бы в этой паре. А в данный момент у нас продолжается легкая игра на центре. Караптед G откидывает мяч куда-то ближе к центру поля, старается только центрировать, но Турбополса сразу же подхватывает, хочет ребаундить, не получается. Летомир вовремя оказывается на клире. Дива удар поворотом, будет пытаться заблокировать. Нет, Караптед вовремя на подсейве. Рэмко будет накидывать на центр. Нет, решает этого не делать. Караптед этим пользуется. Хороший блок от Летомира, пытается дальше вести мяч. Дива перехватывает. Будет ли что-то пытаться предпринять Denial Esports? Откинул на центр мяч. Продолжить атаку у него, увы, не получилось, потому что, видимо, буст закончился. И сейчас в атаке Northern Gaming, увы, штанга играет за Denial. Ну, увы, для НГ и для болельщиков, я думаю, европейского региона, естественно. 3 минуты у нас еще есть. Пока что, опять же, мяч переходит на половину поля оранжевой команды. Отличный выстрел от Турбопульса, с ним справляется Сет Джуниор. Еще одно добивание и третий шот от Турбопульса в этой атаке становится голевым. Смотрим, еще сам Турбопульс начал, собственно, всю эту комбинацию. Прекрасный пас от Рэмко, который вернул Турбопульсе мяч прямо на носик. Ну и там уже пустые ворота. Собственно, не составило больших проблем НГ забить первый для себя в этом конкретном матче. Еще один кик-офф, Дива забирает его. Очень близок сейчас был Дива к голу, немножко не получается, падает в перекладину Сет Джуниора, дает пат на Караптеда, Караптеда дает опять на Джуниора. Не получается у них вовремя затушить это все дело, буду, думаю, пытаться дальше что-то такое показывать, но Турбо пока что как-то обводит своих оппонентов, несмотря на то, что у него в данный момент нет буста. Летомир обводит Дива, не дает ему остальное сделать Рэмко, пытается сейчас от своей отыграть половины как-то ребята из Denial. Летомир. А дает пас на центр, Дива его подхватывает, Рэмко удар поворотом, гол. Отличная комбинация в исполнении Northern Gaming. Я хотел тебя спросить по поводу Турбопульса. Как считаешь, немного ли парень на себя берет? Вот, он сейчас исполняет роль такого, знаешь, хардкерри, который постоянно находится вот куда-то подальше от дифенса, поближе к атаке. И все пасы, все удары, все голы это с помощью или от Турбопульса проходит. Не знаю, это какая-то установка на игру, что Турбопульс играет более такого игрока, который находится в атаке, или же... простое совпадение. Просто я не знаю на этот счет. Вообще у меня мыслей никаких нет, но это уже заметно по, ну сколько мы с тобой, третью игру уже наблюдаем, и третью игру такая вот, систематика отслеживается. Все же думаю, что Турбопульс именно получил, сам себе дал такую установку, то что, ну, как бы сообщил своим тиммейтам о том, что он будет занимать данную позицию. Кстати говоря, да, ты здесь прав, на самом деле, иногда происходит такое, что команды равные по скиллу, и есть человек, у которого вот сегодня летит. Вот бывает такое, что прям ты чувствуешь, что тебе нужно играть спереди, у тебя там получается, и только, пожалуйста, помогите мне, выводите на ударную позицию. Так и выходит, и я думаю, сейчас Турбопульсы как раз у нас исполняет роль вот такого человека, который смог, ну, почувствовать свою игру, немножко влиться в, ну не знаю, в скорость этой игры, да, потому что именно НГ сейчас ведут. Посмотри, какой отличный сейв в исполнении команды Denial Esports. Счет 2-1 и последние минуты, очень опасные моменты возникают у ворот оранжевой команды, потому что продолжают НГ доминировать и властвовать сейчас на вражеской половине поля.
Посмотрим, что предпримут Denial в данные последние секунды. Рэмко дает пас на бэкборд, будет сам перехватывать. Продолжает его удар Дива, дает пас на центр, Турбопольса ничего не может уже сделать. Мяч пролетел в нужную ему зону, хороший пинч. Неужели сможет продолжить? Нет, Литомир просто заблокировал и уводит на пару с Каратовым мяч куда подальше. Понимаешь, он даже вывел этот мяч со своей половины поля. Не просто выбил его куда-то, знаешь, в неразберихе, а именно вывел за счет дриблинга, сохранил мяч у себя, потому что прекрасно понимал, что идут последние секунды, и если не сейчас, то, возможно, никогда. Скорее всего, последнюю атаку мы наблюдаем с вами в этом матче. Рэмко специально фейкует, это вряд ли был промах, потому что, ну, в такие моменты промахиваться абсолютно нельзя. НГ забирают вторую игру, собственно, нас ожидает четвертая игра, где решится, возможно, исход этой встречи, и тогда у нас счет будет 3-1 в этой паре. Посмотрим, кто его знает. Все будет, я думаю, понятно. Уже в ближайшие минут 10, опять-таки, Denial. Еще одна команда, представитель американского региона, да, вот матчи мы не будем забывать, что здесь все идут на выбывание. Соответственно, кто проигрывает, покидает турнир. Мы уже лишились команды Selfless. Уже лишились представителя Океании в лице Джем. И сейчас, возможно, последует Denial Esports. Ты говорил о том, что Denial неплохо себя показывали на квалификации. Ну, и если сейчас вот они от НГ отлетят, потеряли ли это для турнира или все по справедливости? Все по справедливости. Они сами не доигрывали, значит, в начале. И сами попали в сетку лузеров. Ну, если у Nozen Gaming действительно могло не лететь, то у Denial Esports может быть действительно какие-то проблемы с координацией в своей команде, и ребятки тогда улетают заслуженно, потому что делать с плохой сыгровкой из своей команды, ну, если ты плохо сыгран с командой, то она так, на турнире такого масштаба делать тебе точно нечего. Мискоммуникейшн всем присущ, да, но не конкретно вот, вот когда такая Best of 5 складывается, когда ты можешь выиграть, и соперник, ну, согласись, Northern Gaming послабже мокетов будут. Вот если выбирать из двух зол, да, и Denial Esports еще повезло со своим соперником в лузер-брекете. Опять-таки, если НГ выиграет, как далеко она сможет пройти вот с такой игрой конкретно, которую мы сейчас наблюдаем? Думаю, пройти далеко они точно не смогут, и будем продолжать, в принципе, смотреть, как ребятки будут выходить из этой ситуации. Очень проблематичный для них. Ну, Сэд Джуниор продолжает, в принципе, блокировать на центре. Отдает пас своим тиммейтам, но там два игрока команды Nozen Gaming. Прямой удар поворотом от Corrupted DG. Сэд Джуниор будет, думаю, подхватывать. Нет, не успевает. Турбополс отдает пас на центр. Corrupted. Вовремя успевает на сейв. Слушай, мы с тобой вот обсуждали тот факт, что игра проходит без центра поля. Прекрасный выстрел Сэд Джуниора. Ты посмотри, Corrupted. Отличная вообще связка получилась в центре поля. Вот я как раз хотел вывести тебя, знаешь, на тему того, что в первых 2-3 играх ребята играли без центра поля абсолютно. А сейчас они активно его используют. И вот буквально уже минуту не могут приблизиться ни к одним, ни к другим воротам. И где-то все у центрального круга происходит. И сейчас такой мощный выстрел ставит жирную точку и снова отмечает. Отмечаем быстрый гол команды Denial Esports. Смогут ли они удержать это преимущество хоть раз в этой серии, когда реально у них получается вот обезопасить себя немного на первых секундах? Турбопульса, выход один в один. Ошибается он, но как будто знал, что сзади есть Рэмко. Как будто знал, что сейчас поддержит его тиммейт. Может быть, он намеренно отдавал пас? Я думаю, что да. Вообще, мне тоже так показалось, потому что уж очень уверенный был вот этот второй прыжок именно в бок, не в ворота. Побоялся, наверное, что засейвит игрок команды Denial, и в итоге вот так вот интересно разыгранная комбинация со стороны НГ приводит к взятию ворот 1-1. Опять же, ответ команды Northern Gaming. Летомир остается спереди. Сейчас только вернулся Джуниор. Мяч на центре. Попытка от Сэд Джуниора была провести дальше, но ничего не выходит. Nozen Gaming в полном составе блокирует все его попытки. И не Сэд Джуниор. Вот сейчас опять же показывает, что он успевает всегда вовремя подъехать на ворота. Corrupted G пытался как-то поддержать этот
контратаку своей команды, но прерывает их турбопульс на пару с Дива. Опять же, смотри, что Ремко отыгрывает более защитную позицию, ибо на своем брейкауте такие, знаешь, ну, близкие к воротам места занимают, чтобы заклирить, сильно ударить. Это на самом деле очень большой талант, ударить туда, куда нужно, а не просто на авось, чтобы как-то, ну не знаю, сразу вывести свою команду на контратаку, чтобы быстро получить развитие момента, того момента, который ты, твоя команда может создать, ну, в той или иной степени, да. Сейчас мяч на центре у нас снова, Ремко промахивается по мячу, но сзади есть турбопульсы на подсейве, можно отправлять мяч на центр, чем он занимается. Дива полетел отыгрывать дальше, здесь Литамир, разбираются ребята. Играют стандартный пинг-понг на карте, посмотрим, как что они придумают для того, чтобы как-то опустить сейчас Nozen Gaming вниз, чтобы немножко подорвать их мораль. Турбополса тем временем обводит первого игрока, единственного на защите, и забивает гол 2-1 в пользу Nozen Gaming. Нервничают ребята из Denial, это видно, да, хотя бы идет общение и ошибки. Они обговаривают то, как нужно играть правильно, но пока что это не получается. Опять же, Турбопульса, мы отмечали то, что этот парень, ну, на данный момент, наверное, MVP этого матча, потому что уж очень хорошо летит у Турбопульса, действительно отличная замена Маэстро. Хотя, если бы был Маэстро, вот мы в одной из моментов аналитики с Дмитрием обсуждали тот факт, что если бы был Маэстро, скорее всего, Northern Gaming не отлетели бы в лузера. Да, вот эта вот невнятная и крайне непонятная игра Northern Gaming вчера. И сегодня перед нами предстает абсолютно новая команда. Но это прям заметно невооруженным глазом. Тем временем Ремко отдает пас на Турбопульсу, подкидывает вверх, будет пытаться подавать пас на бэкборд. Ремко глушит, не получается у него это сделать. Джуниор выводит мяч, обводит Дива, подхватывает его Корапта Джи. Хороший навес на ворота Ремко, как успевает вовремя засейвить. Джуниор взрывает Дива, летит мяч ровно в ворота. Denial Esports Турбопульса глушит. Успевает вовремя вытащить этот мяч из опасной зоны Corrupted G. Дива продолжает в одно лицо глушить ворота оранжевой команды. Очень сложная ситуация, конечно, сейчас. Опасные бэкборды у команды Northern Gaming, очень опасные. Как только мяч, вот знаешь, достигает этого пятачка ворот, и как только ребята из Denial понимают, что да, опасная ситуация возникает, но ты посмотри, как они обстреливают. Просто по кромке этих бедных ворот уже несколько раз попали и по штангам, и по перекладинам. Минута у нас остается, продолжает давить Northern Gaming. Мало им счета 2-1. Видимо, хотят увеличить свое преимущество и как-то обезопасить себя на последних секундах Турбопульса. Такие мячи не для него, на самом деле, потому что много моментов он таких не реализует. Вот Дива любитель подобных вещей. Дива умеет такие штуки вытворять, а Турбопульса более прямолинейный игрок. Ему нужно, знаешь, прям сделать момент, и он забьет. Чувство форварда у этого парня развито уж точно, ну, шикарно. 30 секунд у нас последних. Дива забирает мяч аж у двух игроков команды Denial Esports в воздухе, и Турбопульса продолжает атаку своей команды. Тем временем пас от Ремко назад оборачивается довольно-таки большой катастрофой. Карата Джи на пару с Литамиром пытаются что-то разыграть. Турбопульса, удар с Джуниора самому себе в ворота. И опять-таки Турбопульса. Ну все летит у этого парня сегодня. Им бы сегодня гранд-финал играть, на самом деле. Было бы шикарно. Но до гранд-финала еще дожить надо. Ты просто посмотри, какое чудо летит в ворота Denial. Ну там уже, да, можно говорить о том, что мы прощаемся, я думаю, с еще одной командой представителей американского региона. Заслуженно или нет все-таки? Вот какие мячи сегодня залетали? НГ, конечно, хороши в атаке, да, этого никто не отрицает. Но достойно ли Denial вот отлета во втором раунде лузеров? Или можно было все-таки дальше пройти, если бы с сеткой немного повезло? Как считаешь? Я думаю, что им тут, ну, явно делать, в принципе, нечего. Раз складывается так обстоятельство, что они не доигрывают, настолько не доигрывают, то им тут делать абсолютно на этом турнире нечего. И NG заслуженно выходит из лузер-сетки. Ну, они еще не выходят. Ну, не вышли, имею в виду, уходят с первого раунда сетки лузеров. Ну, понятно, да. Ну, в общем,
хорошо себя показали НГ в этом матче, действительно очень хорошо. И Турбо Пульса, стоит его отметить, в который раз уже парень закерил. Парень закерил свою команду, хоть и это замена, хоть и это замена вынужденная, да, я надеюсь, что все-таки отношения в команде складываются так, что, ну, это выглядело не так, мол, ты наша замена, иди и поиграй, как бы, ну ладно, никого лучше нет, давай мы тебя заберем. А именно, что Турбо Пульса, ты нам нужен. Как бы, действительно, вот тебя нам не хватает, маэстро подвел, давай ты вперед и керь нас. Как-то так, мне кажется, это было еще изначально, еще тогда, как только, ну, стало известно, что маэстро не посетит ланд-финал, к сожалению. Но все-таки Denial немного жалко. Я рассчитывал, что Летомир, который в своем большинстве, наверное, чуть выше казался, свои оппоненты. Ну вот вся команда в целом и Летомир, да, вот он выделялся немного. Мне кажется, что на следующий сезон РЛСС, на квалификации, парень будет искать себе новую команду. Все-таки нужны ему парни посильнее. Либо Selfless, либо Energy, либо какой-то совершенно новый состав, который, возможно, у нас появится в ближайшее время. Ну и Турбо Пульса, естественно, наш, вот этот, кстати говоря, по поводу дресс-кода, мы тут отмечали тот факт, что нельзя ребятам выходить на сцену ни в чем, кроме там брюк, джинс каких-то, ну, с тем, чтобы ноги были закрыты, а вот сейчас Турбо Пульса, как ни в чем не бывало, стоит в шортиках. Вчера это был Гризи Мейстер, который выходил вместе с командой Flipside Tactics. В общем, ребятам плевать на правила, бунтари. Тем не менее, выглядит он довольно все равно опрятно, даже несмотря на то, что я в плане того, что он не в джинсах, не в брюках, но тем не менее эти шортики к нему подходят, такой довольно милый пухлячок. Он такой лучезарный, я не могу прям, ну, действительно. Такой, знаешь, скромняшка. Да, приятный молодой человек, это видно. Еще тогда, когда брали интервью у НГ на после одной из квалификаций Европейского региона, там как раз Турбо Пульс отвечал на вопросы, которые задают, ну, обычно по скайпу через веб-камеру. Вот, поэтому, ну, тогда он казался тоже таким, ну, не таким пухленьким, да, потому что не видно обычно тело, только лицо, и там не было заметно, что именно вот такой вот формы шарика Турбо Пульса немного. Но в любом случае, конечно, здорово, здорово. И игра была отлично, и то, как себя ребята продемонстрировали после, пожали руки, там, ну, все, в общем, в такой дружеской манере проходит. Друзья, мы не заканчиваем на этом нашу трансляцию, впереди нас ожидает еще один матч, матч команды Left Towers против наших океанских друзей Альфы Сидней. Мы к нему будем, я думаю, переходить через пару минут, опять же, реклама, перебивочка, это все, понятное дело, занимает некоторое время. Как считаешь твой предикт на последний матч на сегодняшней трансляции? Вот Альфа Сидней, да, такие ребята, звезды своего региона. Первые места, начиная с 2016 года, а точнее с мая. Абсолютно везде первые места, на всех турнирах, на которых они принимают участие. Мне кажется, это дает ребятам некий стимул к тому, что и здесь надо стремиться, наверное, к первому месту. Ну, в последнем матче ничего не могу точно сказать. По той одной простой причине, то что Leftovers сегодня не доигрывали, а Альфа Сидней показывают довольно высокий уровень игры. Ну, относительно Океане, имею в виду, не относительно других регионов, но относительно своего региона. А Leftovers элементарно не доигрывают. То ли мискоммуникейт, то ли недоигровки, и это как-то на них давит. Нам показывают лучшие моменты прошедшего матча. Я думаю, стоит нам посмотреть их еще раз, вспомнить то, какие мячи забивал Турбо Пульса, какие опасные моменты были у команды Denial. Ну и, в принципе, еще раз вспомнить все то, что происходило буквально несколько минут назад. По поводу последней, опять-таки, игры, твой прогноз и предикт на Last игру, смогут ли наши океанские друзья все-таки показать и удивить, и выиграть, и пройти дальше в третий раунд лузеров, или же это пока что для них все-таки предел? Я думаю, что Альфа Сидней выиграют со счетом 3-1. Ух ты, вот так вот, да? То есть ты... Left Towers вообще тебя не удивили за сегодня? Нет, меня удивляют именно Альфа Сидней. Это именно, как ты вчера подмечал, это выскочки, которые вышли из Океании после всех квалификаций и сразу же наказали в первой же своей игре своих оппонентов. И я думаю, что сейчас они еще сильнее подготовлены, уже поняли, что это довольно
легко играть на таких вот ланах вживую, в плане того, что никакого давления морального на них никто сейчас не оказывает. И сейчас они будут играть именно в полную силу, без какого-либо волнения. Mm-hmm. То есть считаю, что в первый раз именно их потолок ограничился только тем, что на них давили камеры и зрители. Сейчас такого, думаю, уже не будет. По крайней мере, не в такой степени это на них будет влиять. И они смогут легко, повторяюсь, ну, 3-1, выиграть Leftovers. Mm-hmm. А вот тот момент, что наши заокеанские друзья даже... В плане LAN-турниров, да, в плане выступлений на сцене перед живыми зрителями, даже в разы опытнее команды Leftovers, потому что в своем регионе, опять же напомню, первые места абсолютно везде, на всех турнирах, ну а это несет под собой выступление вживую, соответственно. Возможно, их испугал масштаб мероприятия, то что понимание того, что ты играешь на главном чемпионате мира по Rocket League, не какой-то там региональный, да, а именно мира, что ты среди лучших 10 команд выступаешь и показываешь свой, ну, свою скиллуху, свое знание, понимание игры. Вот, наверное, этот момент все-таки самый важный был в неудачном выступлении вчера. Ну, вот вообще то, как они себя поставили перед, ну, перед зрителями, да, то, что вот мы приехали, мы хотим победить, но победить пока не можем. Немного, не знаю, некомфортно им, что ли, было? Ну, не свой регион, во-первых, это как бы тоже сказывается, ну, переезды, прочее, все такое, мне кажется, тоже как-то, ну, не знаю, все это, мне кажется, складывается исключительно из того, что они играют не в своем регионе. То есть, если бы они играли у себя дома, то тогда они, скорее всего, бы действительно наказывали куда сильнее, потому что там они уже ко всему привыкли, там их родная обстановка. А здесь все немножечко иначе, и больше публика, больше зрителей. Ну и больше размах мероприятия. Да. Собственно, следующий матч у нас Leftovers Alpha Sydney, ребят, стартует буквально через 5-7 минут. Мы вернемся после рекламно-музыкальной паузы. Не разбегайтесь, и мы продолжим с последним матчем. Вернемся через несколько минут. Thanks to Old Spice Hydro Wash, my quest for hydration was finally over. Was it a mistake to use my only water to take a shower in a place devoid?